Расслабься. Идет, зараза. Надо сматываться. Тачка для дела не годится. Видишь, вся проверенная. Твою мать. Мы какого-то туза завалили. Теперь такой шум начнется. Крайнов Алексей Николаевич. Сам командира полка. Ну и что теперь? Рыдать по нему будем, да? Нечего было пушку выставлять. Нужно было хорошенько вырубить полковника. Теперь столько шума будет. Маму не надо было на бабу заладить. Смотри, как он там. А?